14-летний подросток устроил стрельбу в школе американского штата Джорджия. В итоге 4 человека погибли, еще 9 получили ранения. Инцидент произошел в среду в городе Виндер в 70 километрах от Атланты. Полиция задержала подозреваемого. Это ученик той же школы Колд Грей. Ему предъявят обвинение в убийстве 4 человек и будут судить как взрослого, а не как подростка. Он застрелил 2 учеников и 2 учителей. В ходе этого трагического инцидента погибли 14-летний Мейсон Шермерхорн, который учился здесь в школе, 14-летний Кристиан Ангула, который также здесь учился. Погиб Ричард Аспенвол, он был учителем. Кроме того, погибла Кристина Ириме, тоже учитель. Еще в мае прошлого года ФБР получило наводку о том, что в интернете появились угрозы устроить стрельбу в школе и что написал их Колд Грей. Однако тогда полиция лишь побеседовала с отцом мальчика. Тот сказал, что у него есть охотничье ружье, однако он держит его под замком. В итоге полицейские предупредили местные школы, что за Греем необходимо присматривать. «Я все еще не верю, что это правда. Я знаю девушку, которая получила пулю в ногу, и это действительно сломало меня, потому что она была мне как сестра, и я не знаю, как реагировать». Это сложно осознать. Просто невероятно, что подобное могло произойти здесь, в нашем городе. Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он также в очередной раз призвал законодателей запретить продажу полуавтоматических винтовок и магазинов повышенной емкости.